2-3 апреля в стенах Омского велотрека в рамках чемпионата Сибирского федерального округа скрестили шпаги более 150 спортсменов из Омской, Новосибирской, Тюменской и Томской областей, а также Красноярского края. Местные спортсмены продемонстрировали замечательный результат. В командных поединках наши шпажисты заняли сразу 2 ступени пьедестала. В копилке мячей серебро и бронза. Золото на счету новосибирской команды. Соперники, начиная с 16 уже легких боев не было. А до 16, конечно, дети, еще им опыт надо набрать. Бронзу Сергей Чесноков разделил с омским спортсменом Егором Гавриловым. За победу сражались еще два наших шпажиста. По итогам вторым стал Даниил Любас. Чемпионский титул у тренера спортивной школы Олимпийского резерва номер 12 имени заслуженного тренера России Оганеса Крикорянца Дениса Степанова. Очень много регионов было. Приятно было фехтовать и с томичами, и с новосибирцами. Ну, как всегда, у нас ранг такой высокий. Это подготовка к России. Ну и сегодня было мне очень приятно уже в третий раз защитить этот титул. Вот. Плохо, что не подряд, но стать уже трехкратным чемпионом в Сибири. Сегодняшнее соревнование очень хорошо для меня проходит с самого начала, и я показал все, что смог. Это для меня очень хороший результат, если учитывать, что это взрослые соревнования. Среди женщин на вторую ступень пьедестала дважды поднималась омичка Юлия Порушина. В личном турнире и совместно с Валерией Кущей, Анной Аушевой и Алиной Ведмиллер в командном.